В Орске водитель решил проехать, что называется, против шерсти. И знак «кирпич» его вообще не смутил. Все произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Суворова. Хорошо, что другие участники движения вовремя сориентировались и дали проехать горе-водителю. Как бы то ни было, место в рубрике «Водятел» ему обеспечено. Напомним, эту рубрику мы создали для того, чтобы туда попадали самые злостные нарушители правил дорожного движения. Расшифровывается рубрика «Как водитель, я творческой езды любитель». Если у вас есть герои для этого раздела, присылайте нам. Наши пароли и явки на ваших экранах.